Отойди, зябко, холодно замерзнешь. А ты мне принесла, что обещала? Конечно, принесла. Держи. Когда ты была совсем-совсем маленькая, ты кричала у нас: «У-а! У-а!» Да, повтори. «У-а! У-а!» Это какая буква? «У-а!» Молодец! А когда ты в лесу заблудишься, что ты будешь кричать? «Ау! А-у!» Молодец! «Ау!» Это «а». Это «у». А вот эта буковка моя. А почему? Ты меня как называешь? Мама. Вот эта буковка «м». Букву «а» ты уже знаешь. Да. А теперь прочитаем. Ма. Видишь, это моя буква. Какая это буковка? М. Правильно. И мама тоже с детками здесь, видишь? Да. Это ты, а это я. Да, мама и дочка. А это что за гребешок? Этот гребешок называется буква Ш. Ш. Смотри, если в слове мама вторую букву М поменять на букву Ш, получится Маша. Помнишь сказку про Машу и медведя? Да. Не садись на пенёк, не ешь пирожок. Мам, я кушать хочу. Правда, мы с тобой заговорили. Сейчас папа придут с братом, а у нас еда-то не готова. А ты на пока сушки погрызи. Вот, смотри, кстати. Это буква О. Твоя буковка. Да. А если сушку разломать пополам, получится две буквы С. Вот. Или вот так. Все, ешь. Это Ш. Это С. Это У. Буквально. А, я еще и буковки знаю. А какие? У, А, М, Ш, О. Молодец. Слушай, а мы кушать-то будем сегодня? Да. Да? Ну тогда пойдем. А это папа, я букву не знаю. А, это буковка Л. Ну с нее начинается. Скажем, слово «лампа», «лошадка». А какие ты еще слова знаешь на букву «Л»? Лапти. Про
Правильно, лапти. Ну что, запомнила эту буковку? Да. Ну, давай дальше листать. А это буква Р. Ехал грека через реку. Видит грека в реке рак. Сунул грека руку в реку. Рак за руку, грека. Сап. Молодчинка, значит, эту буковку ты знаешь. Р. Папа, правда это на нашу мурку похоже? Да, вроде бы и похоже. Но кошечки все разные. И черные могут быть, и рыжие, и светлые. Но все начинаются с одной и той же буквы К. Котята, кошечка, кот. Все на букву К. Смотри, какая буква важная, вальяжная. Как наша мурка. А какие ты еще слова знаешь на букву К? Коса. Коси, коса, пока роса. Я про эту косичку говорю. Значит, две косы получилось. Одну принесут, докосят, а вторую заплетут, доносят. А все ли ты буквы моей приговорки знаешь? Коси. Коси. Коса. Коса. Пока. Пока. Роса. Роса. К. К. О. С. И. Папа, я эту еще букву не знаю. Вот она, буква И. Смотри, какая она. Пока. Роса. А П я еще, папа, не знаю. Да ты у меня уже спать хочешь. Давай-ка мы ее на завтра оставим. Это Л. Это Р. Воротики. Это буква П. Петр Петров по прозвищу Пирогов писал по белой бумаге павлиньим пером. Пошел по улице, по границе. Поймал птицу, птицу, перепелицу. Птица пела, пела. По морю полетела, пала и пропала. Перо павлинье потеряла. Писать стало нечем. Присказку запомнила, Оленька? Не-а. В ней слова все на букву П. Повторяй. Петр Петров. Петр Петров. По прозвищу Пирогов. По прозвищу Пирогов. Писал по белой бумаге павлиньим пером. Писал по белой бумаге павлиньим пером. Пошел по городу. Пошел по городу. По границе. По границе. Поймал птицу. Поймал птицу. Птицу перепелицу. Птицу перепелицу. Птица пела, пела. Птица пела, пела. По морю полетела. По морю полетела. Пала. И пропала. Пала и пропала. Перо павлинье потеряла. Перо павлинье потеряла. Писать стало нечем. Писать стало нечем. Вот и воротики твои. Как буковка называется? П. Молодец. Бык тупогуб, тупогубенький бычок. У быка белогуба была тупа. Сынок, у тебя здесь и буква Б. И буква Т. Мы об этом поговорим потом.
Это П. Мама, что это за лесенка? Ты лесенку там нашла? Да. Это буква Н. Я тебе загадку загадаю. Два кольца, два конца, а посередине гвоздик. Ножницы. Молодец. На какую букву начинается слово ножницы? Н. Правильно. Вот тебе твоя лесенка. А сколько в слове ножницы твоих лесенок? Ножницы. Две. Это Н. Мам, а здесь целых две буквы. Нет, Оленька, это одна буква. Только она состоит из двух частей. Называется она буква И. В русском языке только одна такая буква, которая состоит из двух частей. Мам, смотри, это топорик, а это полено. Да, похоже. Но на эту букву никогда не начинаются слова в русском языке. Да? Запомнишь? Вот иногда, когда много чего-то, то слова заканчиваются на «ы». Вот, например, если много мам, как ты скажешь? Мамы. А если много пап? Папы. Вот, молодец. А если много рыб? Рыбки. Это если маленькие, тогда рыбки. А если большие? Рыбы. Оленька, а посмотри, какие картинки у тебя на страничке нарисованы. Куры и мыши. Вот и вот и. Молодец. А вот я папе обед собираю и ставлю чугун. Как ты скажешь, если их много будет? Чугуны. А кувшин? Кувшины. Молодец. Мам, а что это за грибок? Оленька, я понесу папе обед, а тебе Кирилл поможет, хорошо? Кирилл, ну иди помоги сестренке с буквами-то разобраться. Ну где там твой грибок? Вот. Какой же это грибок? Это буква Т. Вот пойдем. Терем, терем, теремок, он не низок, не высок. Тук, тук, кто в тереме живет? Я, мышка Дарушка. Тук, тук, а ты кто? Я страшный серый волк. Хо-хо-хо-хо. Ну что, букву запомнила? Т. То-то же. Ну пошли смотри, что у тебя там дальше. Это И. Это Т. Ну вот, это у тебя буква Е. А если сверху поставить две точки, то это получится буква Ё. О, вот это она. Вот как помнишь песню «Под белой метели нам еле песни пели»? Под белой метели. Ой, да. Это скучная песня. Ну что, букву-то ты запомнила? Да, едальная. Почему? Потому что на нее начинается еда. Ну ты молодец. А ё тогда что за буква? Ёжечная и ёлочная. Ты смотри-ка. Правильно. А еще в каких словах встречается буква ё? Еще. А еще? Клён
и осёнок. Ну ты как будто все буквы знаешь. Ну а это вот что за буква? Не знаю. Это буква С. Какие есть слова на букву С? Заяц. Это заканчивается, а начинается? Цапля. Цапля. Чахла цапля, сохла цапля, сдохла. А почему цапля сдохла? Ну, наверное, какая-нибудь кошка ее цап-царап. Цап-царап. Здесь нету никакой цапли, здесь лисица несет курицу. Зато здесь есть буква С. Вот, пришла лисица, унесла курицу. А вот твоя и цапля. Почему она здесь нарисована? Потому что заканчивается на букву Я. Яма, мясо, мята, пуля. Хочешь на лошадке покататься? Хочу. Ну, иди тогда сюда. Залезай. Вот так. Яшка ямку рыл-рыл. Яшка в ямку угодил. Сидит Яшка в ямке. Ямка ему Яшке говорит. Дашь ягодку? Выпущу. Так что, дашь ягодку? У меня нету ягодки. Ну, я тебя тогда не выпущу. Тогда я все маме расскажу. Ябеда, корябеда. Я не ябеда, просто у меня нету ягодки. У меня есть яблоко, оно тоже на букву Я. А где ты его взяла? Мне мама дала. Ну ладно, давай сюда яблоко. Ну, где там мое яблоко? Буква Я всякая, потому что все называют себя Я. Ну что, буквы будем повторять? Это Е. Это Ё. Это Ц. Это Я. А вчерашние буквы ты помнишь? Помню. Давай повторим? Повторим. Я буду рисовать, а ты называть. Ладно? Ладно. Это А. Это У. Это М. Это Ш. Это С. Это У. Это Л. Это Р. Это К. Это И. Ну что, на сегодня хватит? Хватит. Ну, а давай теперь мое яблоко съедим. Мне мама тоже дала.
букву Ю. Мама, а еще какие слова на букву Ю? На Ю? Юбка. Юг. Мама, что такое юг? Юг. Как бы тебе объяснить? Это одна из четырех сторон света. Их четыре. Север, юг, запад и восток. Юг – это там, где всегда тепло. Север – напротив, там всегда холодно. Там у нас будет восток, где солнышко всходит, и запад, где солнышко садится. Понятно? Вот я сейчас что делаю? Подметаю. А если ты поешь, как ты про себя скажешь? Пою. А когда ты шьешь? Шью. А братика ты любишь? Люблю. И папочку люблю, и мамочку люблю. Ты моя дорогая. А сколько букв Ю в слове люблю? Две. Правильно. Люблю. Это Ю. Следующая буква Ч. В брюшке баня, в носу решето, на голове пупок, одна рука и та на спине. Чайник, а в чайнике чай. Мама, дай мне чай. А в чем тебе чаю? В чашечке. Сейчас. Мама чаю, мама чаю из большого чайничка. Когда вырасту большая, выйду за начальничка. Мама чаю из большого чайничка. Когда вырасту большая, выйду за начальничка. На тебе, доченька, чашечку чаю. Это чайная буква. Точно. Но она еще и человеческая. Загадку помнишь? Два кола, на кольях бочка, на бочке кочка, а на кочке дремучий лев. Человек. Правильно. Человечек. Мам, а это что за крестик? Ты щи за обедом с чем ешь? С хлебом. А что редьки не слаще? Хрен. Вот тебе и твой крестик. На какую букву эти слова начинаются? На букву Х. Ну вот. Хохлатые хохотушки хохотали-хохотали, нахохотались да перехохотались. А как хрюшки между собой разговаривают? Хрю-хрю! Вот. Мама, а здесь домик нарисован. А где в нем буква Х? Домик? Сейчас посмотрим. Ну, где твой домик? Крыша стара, мохом поросла. А сама найди здесь букву Х. К, Р, И, Ш, А, С, Т, А, Р, А, М, О, Х. Мам, вот и буква Х. Правильно. А дальше? О, М, П, О, Р, О, С, Л, А. Под буквой Х дом нарисован,
А на какую букву слово «дом» начинается? На букву «Д». Да, а вот на соседней страничке буква «Д». Ты у нас кто? Девочка. А для папы с мамой ты кто? Дочечка. А Кирилл и ты кто? Дети. Вот видишь, все на букву «Д». Ну что, пора идти буренку доить. Долог день до вечера, коли делать нечего. Так что повторяй пока буквы. Сделал дело, гуляй смело. Правильно. Это «Ч». Это «Х». Это «Д». У оленя дом большой, он глядит в свое окошко. Зайка по лесу скакал, дверь ему стучал. Тук-тук, дверь открой, там в лесу охотник злой. Зай-зай, забегай, лапу не давай. Уленька, пора спать ложиться. Ставь игрушечки на место. Быстро дверь. Мама, а ты мне стишок расскажешь? Нет. Я тебе песенку спою, хочешь? Баба-баба, засыпай. Мам, а баба-баба, кстати, на букву «Б» начинается. А как она пишется? Оленька, а не поздно ли буквами заниматься? Мам, еще последнюю буковку. Ну хорошо, сейчас в букваре посмотрим. Вот она твоя буква «Б». А слово «буква» на какую букву начинается? Мама, ну что ты меня спрашиваешь? Ну ты что, не знаешь, на букву «Б». А бабушке Баю тоже на букву «Б». Оля, но баюшки все-таки когда же будем, а? Мам, а это что за кочерга? Эта кочерга называется буква «Г». Гришка, гад, гони к ребенку густую голову чесать. Мама, смотри, грибки на букву «Г». Правильно. Только теперь ты уже точно закрываешь книжку и ложишься спать. Мам, а это что за козюка? Все, Оля, спать, 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 ну, спать, мам, спать. Последняя буква. Честно, последняя. Честно-пречестно, последняя. Ну, хорошо. Как ты ее назвала? Заказюка. Вот эта заказюка называется буква «З». Все, все, все. Спать. На какую букву зайка начинается? На «З». На какую букву баюшки Баю начинается? На «Б». А еще какую мы сегодня букву узнали? Кочергу букву «Г». Правильно, буква «Г». Баю, баюшки Баю, зайку ночевать зову. Приди, зайка, ночевать, нашу Олю покачать. Я тебе, зайка, заплачу, лист капусты подарю. Thank you.
Г. Это З. Вода в ухо попала? Да! Сделай так. Водолей, водолей, вылей воду из ушей. Водолей, водолей, вылей воду из ушей! А кто такой водолей? Это тот, кто воду из ушей выливает. А ты знаешь, на какую букву начинается водолей? На букву В. А как буква В пишется, знаешь? Я еще не знаю, мы ее еще не проходили. Ну, пойдем посмотрим, только сначала вытирайся. Смотри, с двумя пузами. И вилы на букву В. И вилка на букву В. Вот В, вот В. И вот вы. И вот вы. Смотри, какая раскоряка. Это буква Ж. Помнишь, мы играли в журавля с журавлихой? Жили-были с журавой. А, вспомнила, с журавлихой. Жили не тужили. Журавлят нажили. Поставили они стажок сенца. Не начать ли нам с конца? Смотри, лягушка. Какая же это лягушка? Ты прочитай. Л-о-ж-к-а. Ложка. Какая же это ложка? Ты вот это вот прочитай. Ж-а-б-а. Жаба, но все равно лягушка. Я все думала, на кого же это похоже? На жука. Вот усики, вот лапки, вот само тело. Смотри, а это еще одна буква с двумя пузами. Это буква Ф. Нет, это похоже, когда папа сердится. Да, похоже. А при чем здесь яблоко, груша и лимон? Ну, яблоко, груша и лимон, это что? Ну, смотри, помидор, огурец, это что? Это овощи. А яблоко, груша и лимон? Фрукты. Да. Смотри, сова, здесь тоже нету буквы Ф. Ну смотри, сова, это она, а он? Филин. Да, тоже на Ф. Это В. Это Ж. Смотри, а это Ш с хвостиком. Вот это вот что за рыбка? Щука. Кажется, я поняла. Это Ш с хвостиком обозначает Щ. Да, правильно, Щ. Щи, да каша, пища наша. Где щи, там у нас и щи. Если нет щей, свищи его ноготок, да щелкай зубами.
Ой, какая красивая картинка. Р, О, Щ, А, роща. Чем роща гуще, тем грибов пуще. Роща – это вот, когда деревьев одних и тех же много, называется роща. К примеру, березовая роща, дубовая роща, ну, осиновая роща. Еловая роща. Нет, это уже ельник. А почему? Еще не знаю. Ну что, букву запомнила? Ш с хвостиком. Щ. А на что вот эта буква больше всего похожа? А если эту букву перевернуть и палочку брать, получится буква С. А если С перевернуть и палочку поставить, получится буква Э. Значит, это буква Э. Смотри, дзецы. Сама ты девочка. Мы носим рубашки, тулупы, сапоги, платки, шапки. Это наша одежда. Вот, вот она буква Э. Она редкая буква Э. Да. Э, Е. Почувствуй разницу. Э, Е. Е, Э. Ой! Ай! Ты че дерешься? Я не дерусь, я тебе букву рассказываю. Какую? Вот эту. Какая ты И в шляпе. Это не И в шляпе, а Е. А что ты тогда дерешься? Я тебе так букву рассказывал. Вот за все это время мы сказали два раза Е. А, Е, О, Е. Е, Е, Е. Вот это вот твоя И в шляпе, это И краткая. Что, что, что? И короткая. И краткая. Это почти одно и то же. Как еще слова на букву Е? Йод, по-моему, больше никаких. Вот смотри, Е будет чаще всего в середине или в конце. Вот волки, лесные разбойники. Разбойники. Е в середине. А это что? Это твердый и мягкий знак. Вот смотри, твердый знак нужен для того, чтобы разъединять буковки. Вот, к примеру, слово «сел». Если поставить ее твердый знак, получится «съел». А мягкий знак нужен для того, чтобы одновременно и смягчать, и разъединять. Поняла? Да. Вот смотри, вот к мягкому знаку, к примеру, письмо. Что он делает? Смягчает или разъединяет? Смягчает. А вот вьюга? Разъединяет. Правильно. Шест, шесть. Цеп, цепи. Мел, мели. Пыл, пыль. Угол, уголь. Письмо. Поль за. Крыль я. Вьюга. Платье. Подъем. Съест. Объезд. Подъезд. Объедки. Это «щ». Это «и». Это «э». Это твердый знак. Это мягкий знак. Батюшки святые! Это что ж такое делается-то, а?
Почему сидим неумытые и не одетые? Ну-ка, быстро разбежались! Мы с тобой по букварю выучили все буквы. Но еще есть алфавит, где каждая буковка имеет свое место. Вот смотри. Называй. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, краткое, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ч, Ц, Ц, Щ, Ш, Щ, твердый знак, И, мягкий знак, Э, Ю, Я. Правильно, но ты все буквы назвала звуками. Но каждая буква еще имеет название. Смотри. Первая буква в алфавите – буква А. У нее и звук, и название одинаково – А. А. А следующая буква – Б. А звук у нее какой? Б. А называется? Б. Следующая – В. 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 Г. 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 Д. 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 Е. Е. Ё. Ё. Они тоже и называются, и звучат одинаково. Дальше Ж. Ж. З. З. И. И. Эту я букву знаю. И краткая. Правильно. И. К. К. Л. Л. М. М. Н. Н. О. О. П. П. Р. Р. С. С. Т. Т. У. У. Ф. Ф. Х. Х. С. С. Ч. Ч. Ш. Ш. Щ. Щ. Твердый знак. Твердый знак. И. И. Мягкий знак. Мягкий знак. Твердый знак и мягкий знак. Они никак не произносятся. Звука они не имеют. Э. Э. Ю. Ю. Я. Последние три буквы и произносятся, и называются тоже одинаково. Ну что, поняла, что такое алфавит? Да, где всегда буковки стоят на своем месте. Молодец. Это А. Это Б. Это В. Это Г. Это Д. Это Е. Это Ю. Это Ж. Это З, это И, это И краткое, это К, это Л, это М, это Н, это О, это П, это Р, это С, это Т, это У, это Ф, это Х, это С, это Ч, это Ш, это Щ, это твердый знак, это И. Это мягкий знак. Это Э. Это Ю. Это Я.